Виртуальная реальность и новые технологии. В Сатпаев Юниверсити торжественно презентовали новую VR-лабораторию. В инновационном учебном центре студенты смогут детально изучать конструкции лучших автомобилей мирового автопрома. Проект реализован в рамках сотрудничества университета и официального импортера Porsche в Казахстане. Как в режиме виртуальной реальности планируют обучать будущих специалистов, узнавала Дина Жанабекова. Отныне практическим аспектом современных технологий машиностроения студенты Сатпаев Юниверсити будут обучаться в лаборатории виртуальной реальности. В инновационном центре учащиеся смогут на примере автомобилей Porsche изучить абсолютно весь процесс создания машин, от конструирования испытаний до сборки серийных образцов. Взаимодействие с 3D-объектами позволит будущим специалистам заглянуть внутрь собранного двигателя или коробки передач, а также рассмотреть все детали вблизи со всех сторон. Данная лаборатория создана специально для наших студентов. При помощи технологий виртуальной реальности они смогут на практике изучить тонкости будущей профессии. Уверен, что благодаря таким методикам мы сможем обучить специалистов мирового уровня. В рамках сотрудничества с Porsche университет получил возможность проводить регулярные совместные семинары и научно-практические конференции с известным немецким предприятием. Как отмечают специалисты, такой формат обучения повысит ценность исследовательской работы студентов, а также сформирует у молодежи устойчивый интерес к применению теоретических знаний на практике. Мы стремимся поддерживать инновации, развивать интерес и современные знания у студентов. Это принцип Porsche по всему миру. И мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с университетом имени Сатпаев, благодаря которому мы получим квалифицированные кадры, а студенты получат доступ для инновационных образовательных инструментов. Отмечается, что благодаря постоянному обновлению информации казахстанские студенты теперь будут обучаться не на архивных материалах, а на самых свежих и современных технологических достижениях мирового автопрома. На предыдущем занятии мы изучали внутреннее строение Porsche. Подобная методика позволяет нам детально изучить каждую запчасть автомобиля. Считаю, что это большой опыт. В знак долговременного сотрудничества компания разместила на главном фасаде университета макет электрического спорткара Porsche Taycan в натуральную величину. Это, по словам представителя автомобильного бренда, станет дополнительным стимулом для студентов и подтолкнет их на новые свершения. Не зря слоган Porsche звучит как «Driving by Dreams», что означает «движимые мечтами», как символ того, что любой успех начинается прежде всего с мечты. Дина Жанабекова, Жаксалык Тлепберген, телеканал Алматы.